первой победы в новом году. Юные серпуховские спортсмены заняли призовые места в первенстве по мини-футболу среди школьников. Соревнования проходили с 4 по 6 января в ФОКе «Звезда». В них приняли участие команды из Серпухова, Протвино, Москвы и других муниципальных образований. Нашим футболистам удалось занять первое, второе и третье места в разных возрастных категориях. Также лучшими игроками второго этапа первенства признаны 6 спортсменов клуба «Альтаир». Напомним, первый этап соревнований проводился осенью прошлого года, третий заключительный этап первенства состоится уже в марте.